Следствие столицы начало проверку данных средств массовой информации о том, что две молодые девушки получили химические ожоги внутренних органов после употребления воды в спортивном магазине. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова. Из опубликованного материала следует, что после пробежки девушки зашли в магазин, в котором имеется специальная зона отдыха и емкость с водой для спортсменов-бегунов. После выпитой воды девушкам стало плохо, и ночью они с химическими ожогами внутренних органов обратились за медицинской помощью в одну из московских клиник. В данное время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, рассказала Юлия Иванова. Ранее средства массовой информации писали, что две девушки выпили воды из кулера в спортивном магазине «Спортмарафон» на улице Сайкина, от которой получили химические ожоги желудочно-кишечного тракта и желудочное кровотечение. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе главных событий.